Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обладатели этого имени наделены разными талантами и способностями. Неоценимые качества помогают им многого добиться в жизни, достичь тех высот, о которых они мечтают. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить. Даже если они соглашаются с неправильностью действий, эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. У носителей этого имени свой взгляд на мир и своя точка зрения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.